Всем огромный привет! Сегодня будет у нас масочка для рук. Будем ухаживать за руками, разглаживать морщины, делать руки молодыми, красивыми. И сегодня я хочу вам показать очень хорошую масочку. Можно сделать в домашних условиях. Маска состоит из простых продуктов. Я буду использовать один куриный желток. Также я беру морскую соль. И еще я буду добавлять оливковое масло. Мне нравится оливковое масло. Его можно везде использовать. Поэтому самое простое, что есть у нас в доме, это оливковое масло. Сейчас я сделаю маску. В чашку добавляю яичный желток. И сюда же добавляю оливковое масло. Ну, где-то столовая ложка. Все перемешиваю. И у меня получается вот такая вот однородная масса. Беру воду теплую, добавляю сюда морскую соль. Все хорошо размешиваю, чтобы соль растворилась. Теперь опускаю ручки в воду и делаю ванночку, солевую ванну. Вот так ручки я держу где-то примерно 3 минуты. Можно минуту подержать в воде. Теперь вытираю руки и приступаю к нанесению маски. Еще нам нужны будут перчатки. Я взяла вот такие перчатки, у меня были под рукой. Можно взять резиновые перчатки. Итак, приступаем. Наносим масочку на руки. Ну, где-то вот так. Я буду сейчас наносить. Вот так вот распределяю маску. Также на вторую руку наношу. Когда я маску нанесла, одеваю перчатку наверх. Вот так одеваю одну и вторую. Очень удобная маска, потому что руки мы опускаем в перчатки. И, в принципе, можно что-нибудь делать вот за эти 30 минут, которые я буду ждать. Я могу что-нибудь делать по дому. Убирать, вытирать пыль. Ну, руки чистые. В принципе, вот я не мораю ничего. Так, и вот так вот я оставляю на 30 минут. И после 30 минут я смою маску теплой водой. 30 минут прошло, я смыла маску теплой водой. Теперь сюда наверх добавляю еще вот крем. И начинаю массировать ручки. Можно сделать массаж легкий. И вот так вот втираю крем. И все, на этом уход мой закончен. Ручки опять стали красивыми, оживились. Смотрите, какая кожа красивая. Вот. Вот мой закончен. Так что очень хорошая маска. Всем советую. Кто любит маски домашние, кто любит ухаживать за своими ручками, советую такую масочку. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео. Оставайтесь все красивыми, молодыми, здоровыми. Всем пока!